словно птица панорама, прилетит и снова миг отвертится. Ведь что-то понято, ведь что-то прожито, теперь забылось, нашли могу беречь. Все посту в памяти, и тех без памяти, всех вас обнять хочу и сердце не жалеть. Всех вас обнять хочу и сердце не жалеть. Про все, что прожито, и все, что понято, желаю в песне и стихах вам рассказать. Но только рифма, 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 все не клеятся. Жизнь не все поэзия, и просто месту уступать случается. Одним словом, я обожаю месяц апрель за его многоликость, извините за подробности. Да. Вот вы и стали свидетелями, как это все, в общем, делается только в гримерке, в интимной обстановке. Ну вот, и поэтому, конечно, апрель месяц для меня совершенно фантастический, самый любимый месяц, многоликий, как, собственно, и наше творчество, если вы заметили. Огромное спасибо за этот плакат, за эти светлые голубушки. Не мазурка, так танго. Вот действительно. И я очень надеюсь, что сегодня мы тоже вас немножко порадуем и удивим. 14 лет. 14 лет, это же такой самый яростный начало пубертата. Вы знаете, что сейчас творится в наших организмах? Мы по-прежнему сильны, мы молоды, мы полны идей, мы полны энергии. Итак, Питер, родной, вместе.